года, два високосных года, два раза по четыре. И мы маленькие, на самом деле, поросята. За время нашего пребывания здесь нами было проведено более 200 выставок для разных категорий граждан. 280, некоторые подсказки. Кто больше? Ура! И все такое прочее. У нас здесь проходили концерты и кирпичей, но вы об этом не знаете, и никто не знает, кроме нас. А сегодня мы открыли двери специально для вас, потому что большой юбилей, 8 лет. 8 лет, если вот так вот положить, это уже бесконечность. Мы ее достигли. Достигли бесконечности. Главное, поворачивать почаще все эти дела. Поздравьте нас, пожалуйста, своими хрюками. Хрюк-хрюк! Вот эти люди, которые стояли у истоков. Николай Васильев, директор нашей галереи. Похлопайте ему, пожалуйста. Поклонись в пояс, сволочь. Кирилл Семенович Миллер, иди сюда, скотина! О, старый хряк! Борозды не портит, как говорится. Владимир Медведев! Забыл где-то свой пятачок. Вот. Кто там еще есть из молодежи? Ну вот, вот есть еще. Есть еще. Не все сегодня дошли до сюда. Но... большая часть людей, которые организовывали это свинорыло здесь, в далеком 16-м году, здесь. И сегодня мы будем весело проводить время, подбухивать. Вам всем предлагается подбухнуть. Если что, у нас есть вот там вот находится пиво. Видели, да? Пивной ларек для вас специально. Ешь, пей, веселись, как говорится. Вот здесь можно вот за кошачьим вальсом пойти покурить. Если, ну, в смысле, сигареты, папиросные, эти, табачные, вот, изделия. Извините. И все. А вот ты что стоишь, сидишь? Вот, вот еще гость из Минска сидит. Иди сюда. Иди. Вот, вот. Звезда. Знаете эту звезду? Саша, да, знаете? Сережа. Саша и Сережа. Знаете таких? Вот он. Это Саша. И группа возродилась здесь, в Свином Рыле. А, было время, когда они были очень известны, а потом стали суперизвестны у нас. Да. Вот так-то. Хочешь сказать что-то? Да, приветствие. Хочу сказать, что только усевшись удобно, комфортно, заметили, блядь. Дякую, сука. А теперь я... Идите все домой уже, идите туда. Все, скоты. Скоты и свиньи уходят. Свиньи уходят. Давайте, идите. Хочешь остаться? Остаться. А я хочу пригласить на сцену тех, кого вы так с нетерпением ждали. Это наши любимые, разлюбимые. Кирпичи! Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Здравствуйте, ребята! Поздравляем Свиное Рыло с двухлетием! Как было сказано где-то. Первая наша песня называется «Слезы и кровь». А как иначе? Либо ты, либо тебя. Все так ждут, что ты заплачешь. Каждый сам здесь за себя. Все так ждут того момента, когда ты пойдешь ко дну. Я ж твой друг на 100%. Тебя нет.
Куда надо двигать вперед, будь готов.
всегда будь готов. Прямо сейчас жду. Улица злится, дома покрыт. Дети будто на нюхами склеят. Новый порядок, ловите момент. Я глаза умею. Открой бутылку, треснем здесь. Необходимо ликвидировать похмелье, иначе будет тяжело прожить этот день. Как вкусно пахнет явно щами. Мой разум занят очень странными вещами. И я ничего не хочу, но я владел аллей. Ничего не обещал тебе, и ты мне ничего не должна. Но мы же любим друг друга, конечно, да. Ведь ночь была так нежна. Немножко кофе, немножко секса. Тра-ля-ля-ля, здесь не хватает текста. Отбойный молоток за окном звучит ту-ту-ту. Открой окно, как там погода. Чуть-чуть пропаду, что ж такое время года. Но мне опять же тепло в конце твой круг. Горячий душ и лёд, и завтрак. И мы идем гулять. Но скажи, почему меня рожает дрожь, когда ты пытаешься меня? Спасибо, друзья! Ну что, школьнички, как вам музычка? Типа как в тузике с песчиком зычка. Как вам покурилось на переменке? Что, редкал еще написано на стенке? Как там Слипнот, как там Лимбискит? У меня уже давно вот тут сидит. Носит ли не так кепки, потому что где наше пиво? Ни заманал, ни сила, блин, вечного речитатива. Старшие мальчишки в маленьких не грабят. Четеньки в столовке не очень ли травят? Всякую пагу из себя не пикаете? Нет, хорошо! Скажи реальную байку, брат.
орбиту. Красивой походкой покажу борьбу. Наступаю на ногу огромному боку. Стрелка забита, схема отработана. Вот она, вот она, наш Питер намотан. Уберу бегом на метро, я подачку. И ходит он в дом, всю ночь гонит. Человек просто покисло в устах. Хочу тишу вертой, три ночи на часах. Вещи задуманные, чистые, но шлемы. Частенько заканчивается в рот, зачем? Войка! 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 Расскажи реальному байку, брат, мне! Войка! 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 Расскажи реальному байку, брат, мне! Все хорошо! Стой, парень, что тебе висит, что ты сейчас имеешь дело со мной? Если не прыгать, то можно жить. Если не прыгать, то можно даже пить. Ко мне подходит чел и протягивает руку. Я ему не помню, но что руку другу. Когда мы опускаем углы столы, мы говорим, кирпичи тяжелы. Когда мы поднимаем лоб от стола, мы говорим, на рейв пора. Хаотично рейв, уже привычно. На скамейке перед рейвом нажраться обычно. Лайка! Лайка! Расскажи реальную байку про мне. Байка! 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 Расскажи реальную байку про мне. Остатки мои кожи, мои недостатки. Никто не поможет снять эти плаки. Если бы смерть предложит мне свечу, я промолчу, ничего не отвечу. Если бы смерть предложит мне свечу, я промолчу, ничего не отвечу. Здоровье дороже, чем брачные ночи. Ушёл, что же нужна ты мне очень. А завтра работать, вставать очень рада. А как же нравится группа Нирвана. Забудется бы снов, но нет настроения. Наступит зима, потом день снега. Если ну свет предложит мне встречу, я промолчу, ничего не отвечу. Если ну свет предложит мне встречу, я промолчу, ничего не отвечу. Вау! Встал я на жизни, замучили гады. Куда-то переться ломает, но надо. Квартира, помойка, одно не везенье. Давайся помойки бросаю дуренье. Если кто смерть предложит мне встречу, я промолчу, ничего не отвечу. Если кто смерть предложит мне встречу, я промолчу, ничего не отвечу. Если кто смерть предложит мне встречу, я промолчу, ничего не отвечу. Если кто смерть предложит мне встречу, я промолчу, ничего не отвечу. Погода почти как в Питере, что-то давно тусуемся. Ага, давай кинем шреми, кто пойдет на улице и лежит рада. Сегодня ты особенно красива, как провести день до поезда. Смотри на карту России, сколько раз я здесь был. Но каждый как последний раз, хотелось бы не знать, о чем ты думаешь. Если бы неудачно, если утро, будет мрачным. Звони, и я скажу старому другу.
Солнце, это не сон. Вещички, девички, мамечки, дачный сезон. Слава Богу, опять дома. Пиво — это традиция. Ведем мы, какая в бой, стремница. Майк прав, наверное, так противно. На родине много женщин, но я люблю ее, это наивно. Сумбул, Спартак, собаку лайк, как и крыша. Башня войну, и больше не меньше. Наверное, я плохой, я думаю только о себе. Но я делаю все, чтобы быть ближе к тебе. Если бы если было неудачно, неудачно, если утро, если утро будет мрачно, будет мрачно, позвони, и я скажу с тобой, друг, не забудь мы так тебя зовут. Смешно расстояние, четыре минуты вышки и полчаса на тачке. Наверное, ты москвичка. Ну, как окажись ты здесь, я бы помер от испуга. Но надо нам поддерживать друг друга. Звонок подобный в ванную, и я, конечно, тоже. Ты супер, 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 ну что сказать, поможе. Хотел перезвонить, но понял, нету долго. Я сел перед тобой, сидел довольно долго. Если вы, если вы неудачно, если утро, если утро будет мрачно, будет мрачно, позвони, и я скажу здорово, друг, не забудь, как тебя зовут. Ребят, давайте вместе. Если вы неудачно, если утро, если утро будет мрачно, позвони, и я скажу здорово, друг, не забыть бы, как тебя зовут. Сигареты есть, но кончились стычки. Шуплю новые диеты, шеппингом хардкора. Я сейчас смотрелся, как Филипп Киркоров. Я пробовал большой, и делал бриджоу. Я купил на лаве, и мне было хорошо. Я работал и ловил бы рыбу из труда. Слащи, любишь деньги, а ты еще труда. Свободен тот, кто был Корсаков. Свободы здесь есть. А в чем же здесь прикол? Никто никогда не поймет. Подпольно вот поэта и глазва моя, точка смененная. Плюю я воду с парапета, смотрю на небо солнце там. Сурак дымится сигарета, и мне хорошо. А зовут меня Василий, мастер слова, очень сильный. Монеты лучше, это просто юда. Спроси себя, ты любишь, отвечу, ну да. Пацан на щеке моей губная помада, Александровская. Сказал бы так надо, испытуя внимание слабого пола. Бах, это бах, а сейчас будет слово. Закончилось, и мы продолжаем. Аплодисменты! Это обожает! Это моя звезда! Грибы, но забрелки, печенье, кирпичи, не встали тройные бутылки. Призываешь, а ты врач, опять ночевать. Что ты делаешь? Просто жить, когда вокруг такой дурдом. Не надо, блин, слышать, подумай о другом.
избавиться от вредной привычки. Сигареты есть, но кончились еще спички. Нужны артисту пиво и народу полный зал. Вот поэтому я этот репак и написал. Человек, который мне не изменит.
не отдашь меня вам. Это я сам. Ведь вы же не враги, да мало ли чего может случиться с тобой. Стихийная версия Всего-то Если ты другой, если друг за тобой, и ты никакой, считаться У каждого из вас в этом зале должен быть друг, да, ребята? Из друзей жизни теряй свой первоначальный смысл, да, братва? Если кто-нибудь думает, что у меня нет друга, то он ошибается. Потому что ведь друг есть для каждого из вас, ребята и девчонки. Мир! У нас есть традиция. Ну, во-первых, сегодня праздник такой, да? Вообще. В общем, давайте вместе все споем этот припев и поздравим свиное рыло. Правильно? Друг всегда с тобой, если ты глухой, если друг с тобой, если не такой, друг всегда с тобой, друг всегда. Всегда.